Давай отрубим тебе голову. Отпилим, вернее. Тупой ножовкой. Блять, какая. Ее больные люди делали. Я не знаю, это, по-моему, уже просто перегиб капитальный. Так. Ну что, пошли к алтарю, что ли? Больные люди. А кто тут опять зажег все? Только что же было темно. Блять, это все хуже и хуже становится. Ну, пошли к алтарю. Я думаю, это все уже финал. Я думаю, дальше уже просто некуда. Надо ее сегодня добить. Есть еще DLC, конечно, я ее тоже сделаю. Возможно, попозже, не сразу, но тем не менее. Так, давайте в этот раз без сюрпризов, а? Блин, музыка это играет. А, вон он прошел. Он туда зашел. Блин, это что вообще за помещение такое? Обалдеть. Так, ну что, мне подождать или идти? Так, направо прохода нет. Блять, я сейчас погибну. Я вижу, прямо дорога есть. О, скотина! Блин, только не ты. Иди в жопу. Вон он идет. Вон он. Блять. Блять. О, какого хера, куда я попал? Так, все, насрать. Блять, пусти меня туда, он сюда сейчас придет. Подождите, ребят, надо, блин, сначала от него отделаться. Блин, нельзя потише там. Так, ладно. По-моему, сюда идет. Да вы гоните. Голова гриппы. Я голову в кармане таскаю. Блять, мне хана. Он там ходит. Где ты? Где ты, скотина? Блять, только тебя не хватало. Да иди в жопу. О, ветер, пожалуйста, хоть ты меня не пугай.
Так, давай, давай, давай. Никого там нет. Блять, дверь открыта. Куда спрятаться есть чё? Вот, я думаю, отличная нычка. Ладно, это успокаивает. Так. 18 августа, 1839 год. Кен, сколько стоит жизнь? Сколько жизней я заберу прежде чем... Да, Даниэль, ты чертов убийца. Ты даже девочку убил. Я не знаю, это просто падаль. Смола, видимо, нам поможет слепить вместе куски этой ебаной сферы, которая меня уже, честно говоря, раздражать начинает. Ой, ой, ой. Кто-то идет, да? Попробуй тут меня возьми, скотина. Мой стеллаж, моя крепость. Это что за херь? Сейчас, секундочку. СМС пришло. Так. Ну что, у меня одна идея. Ага, она, судя по всему, верна. Чем меня радует амнезия, по крайней мере... Чем меня радует амнезия, то что в ней очень логичные все головоломки. Слишком мало. Так, что побольше взять? Камень какой-нибудь дайте. Блин, ничего побольше нету. Может, головы о гриппа? Ну, давайте попробуем. Ну, скотёк. Ладно. Так. У нас есть. Во. Во-во-во. Это нам пригодится. А, блядь, да что ж такое? Что ж ты? Что я... Что я сломал? Так, надо подлечиться. Ну, я не знаю, но раз дают ломать, почему бы не сломать? Так. Не делай этого. Опять прогулка по этой ёбаной дороге жизни. Есть кто? Лучше бы никого не было. Тихо. Блять, да ветер. Меня ветер пугает. Давай, братень, ты ушел, ладно? Тебя тут нет. Ох, как я перепрыгнул-то. Мастерски. Так, это я дверь оставил так для открытой? По-моему, да. Так, ладно, давайте с этим разберемся сначала. Клей.
Ладно, давайте склеим ее. Так, остался один кусок. Хорошо, я могу ее взять? Или нет? На кой хер я тогда вообще это делал? Блин, чего у меня эта деревянная рукоятка? Я ее половину игры с собой таскаю. Ой, о. Твою дивизию. Я могу ее взять? Нет. Так, валим, пока там электричества нет. Я знать не хочу, что тут за шум поднялся. Не хочу знать. Блять. О, сука. Блять, как тебя закрыть? Не поддается. О, о, о! Давай, давай! Давай, 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 давай! Да что ж такое-то, блядь, а? Ну просто, я не знаю, ну... Пора бы этому прекратиться, это просто, блин, уже, я не знаю, хочу, чтобы это закончилось. Мне нужно отдохнуть от этой игры. Но нужно ее добить. Ой, тихо. Сегодня надо с ней разобраться окончательно. Опять пентаграммы. Какие-то знаки, блин. Августа 1839 год. Я не виноват. Этот гад манипулировал мной. Он, клянусь. Я убью тебя, Александр. Жаль, что тень не достала меня в Лондоне. Я жду смерти. У меня нет сил бороться. Колени подгибаются. Я ничего. Короче, две погони поссорились. Одна погонь обманула, короче говоря, другую. Теперь вторая погонь расстроилась. Стерла себе память и ходит тут. Уже в конце игры, по идее, использовал он его. А то, что ты там несколько десятков человек, судя по всему, убил особо жестоким способом Даниэля, ничего, да? Что ж ты, блин, замерзавец такой, гниль, падаль. Так, что это такое? О! Ничего. Тебе бы лучше там не проходить. Что это дало мне? Давайте еще раз попробуем. Блин, жизни потратится. Хер знает. Ладно, разберемся. Ты там? Ну смотри. Не заходи сюда пока. Так, что у нас здесь? Здесь что-то похожее. Видимо, точно такой же надо алгоритм действий совершить. Так, встанем на пентаграмму. О, о! Тихо. Только не говори, что ты прошла. Тень. Не надо. Ой, блин, я еще и ходить могу. Сука. Сука, тварь. Блять, она за мной. Она за мной. Зал сферы. Сдается мне.
что это все, это уже конец. Какого хера? А я-то все думал, придешь ты или нет. Я вижу, Агриппа убедил тебя помочь. Теперь тебе все ясно и понятно. Писюн такой. Добро и зло. Такие удобные понятия. Но едва ли применим. Мы в нашем случае. Неужели ты так слеп, что не видишь во мне добра? И не видишь зла в Агриппе? Нет, не делай этого. Ага. Ну чё, бля, хана тебе. Если ты мне сейчас, конечно, ничего не сделаешь. Я понимаю, ты сомневаешься в моих намерениях. Стой, Даниэль, ты всё испортишь. Я не сомневаюсь в твоих намерениях. Мы уже так близки, прошу. Ха, говно вопрос. Давай. Ну давай, 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 давай. Ха-ха-ха. Так, и чё дальше? Так, что дальше делать? А что там Агриппа говорил? Это был мой величайший триумф. С тех пор тьма отпустила меня. Что, конец, что ли? Да не может быть. Я чё, амнезию прошёл? Думаешь, я боялся бежать из Брайнбурга? Как раз наоборот. Коллектор. Я знал, что это моё чистилище. Адское пламя, которое очистит меня от грехов. Отрицаю то зло, что совершил, но я заплатил цену. Я отдал им этого ужасного человека. Я поступил правильно. Так, а там, судя по всему, был выход. Да, это конец игры. А, ну что, ребята, с пройденной игрой нас... Я могу сказать, что это была самая страшная игра в моей жизни. Хотя ужастиков я повидал просто практически во все, наверное, переиграл. Ну, кроме вот последних, вот Пенумбра, Анабиоза. Их тоже надо будет пройти, но из того, что я играл, в принципе, даже с моей крепкой психикой, эта игра действительно гораздо страшнее всего, вообще просто на голову. Я не знаю, это очень инновационный такой проект. Очень крутой, очень качественный. Даже не верится, что он сделан за очень небольшие деньги. Ой, мне очень понравилась эта игра, я не знаю. С одной стороны, конечно, я рад, что я прошел, потому что это был настоящий кошмар. Очень-очень страшная игра, ее надо было проходить с небольшими порциями. Но тем не менее, я бы не отказался, если бы еще примерно столько же продолжительности она шла. В принципе, что я еще хочу сказать? Игра крутая. В игре, судя по всему, есть вторая концовка. Потому что Агриппа, когда я отпилил ему голову, говорил, что надо не убивать Александра, а дождаться, пока он откроет какой-то портал, и кинуть туда его голову. Поэтому сейчас мы нажмем Escape. Вернее, пробел. Конец. Нажмем загрузку. Да, продолжим. И попробуем сделать все по-другому. Да. Давайте дождемся в этот раз... Да замолчи. Дождемся в этот раз, когда он откроет какой-то портал и кинем туда эту бошку. Что удивительно, вот эта штука мне так и не пригодилась. Я не знаю, честно говоря, для чего она. У меня очень много трудниц. И, в принципе, все довольно-таки неплохо. Давайте... Дождемся. Я вижу, Агриппа убедил тебя помочь.
Теперь тебе все ясно и понятно. Я теперь злодей. Добро и зло. Такие удобные понятия. Но едва ли применимые в нашем случае. Неужели ты так слеп, что не видишь во мне добра? И не видишь зла в Акригре? Ага, что это такое? А, ну мне типа намекает, что их надо ронять. Ну, ладно. Дождем. Самое простое решение не всегда самое верное. Возможно, та концовка будет лучше. Потому что в этой, судя по всему, Даниэль таки умер. Хотя там, конечно, в последней сцене показывают двери, дневной свет, но после этого был звук, как будто его заваливает камнями. Так, давай открывай свой портал. Или как там? Нет воспоминаний. Башка гриппа. Ну и чё? Я ошибался, что ли? Да, видимо, я был неправ. Где твой портал, Александр? Или может прямо сюда, в центр кинуть? Я, конечно, портал себе по-другому представлял. Ну да, портал еще не открыт. Ладно, подождем. Что нам стоит? Видишь, Даниэль, совершенно другой мир. Как он? Прекрасно. Лови. А, еще не открылся. Ну ладно. Что, открылся, нет? Пока нет. Скоро откроется. Хорошо. Вот он, вот он. И что это нам дает? Да. И нас пожирает тень. И что? Чего, Вейер? Он не заслуживает такой участи. Помоги им. Я знаю, ты можешь. После убийства такого количества людей он заслуживает любой участи, по-моему. Даже сам плохой. Не волнуйся, Даниэль. Все будет хорошо. Да, эта концовка, судя по всему, получше той, она более правильная. Говорят, еще есть третья концовка, но, честно говоря, я не вижу просто, как бы можно было на нее выйти. Тем не менее, повторюсь, эта игра просто, насколько я сейчас считаю после прохождения, самые свежие впечатления, игра просто шедевр жанра, это... Проще сказать, жемчужина жанра, и в принципе больше ничего не говорить. Советую всем, хотя после моего прохождения, конечно, эффекта новизны не будет, но тем не менее, будет, я думаю, так же страшно, как и мне. Одно но, в эту игру нужно играть ночью в наушниках, иначе эффекта должного не достигнете. Всем советую. На этом закончим. Возможно, кто-то из вас прикрепит третий вариант развития событий в качестве видеоответа к этому видео. С вами был Артур. Комментируйте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Ой, это было долгое путешествие. Всего хорошего. Пока-пока-пока.